Они, насколько я знаю, в Оршине очень много, да, у вас? Да. Высокая конкуренция, да? Это есть такое, да. А в чем особенность вашего ножей? Есть какие-то фишки? Все такое же. Все такое же, да? Ну, а для рыбаков, допустим, вот? Ну, вот, кодаички. Так. А вот ваш товарищ показал это, что такое сейчас? Это нефрит, камень. Так. Ножи из камня. Таких вот ни у кого нет. Ну, они типа сувенирные, да, как бы? Да нет, почему? Нет? Пожалуйста, порежешь колбаску и этот, как я, хлебушек. На подарки, в принципе, так. Ну, да. Это нефрит, да, камень? Нефрит. Интересно выглядит, да. Накладки вот эти, я не знаю что, а вот это вот все нефрит. А сколько стоит, если не секрет? Эти вот 5, это вот 4. Нужно подержать пока? Я таких и не видел вообще даже, надо же. Ничего себе. Ну это камень, да? Полностью из камня? Да. Это такое. Ничего себе. Нет, не рукоятка. Офигеть просто. Там уши не сменят. Это какая-то технология, да, у вас там? Да нет, просто камень обтачивается. А, чисто декоративный, да? Пока-пока. Габана мы им. Это на автобусе или на машине? Я на автобусе. Я какой там? Yes. Давай, думаю. Ну, счастливо тебе, что я тебе не поторговаю. Опа, стой. Такая. Такая игрушка. Из Элмакса он 4500. Это 1500. Эти 2500. А вот просветите это назначение таких... Обдирочный нож. А. Обдирочный, охотничий обдирочный нож.